Сегодня 3 мая. Уложили всего 15 рядов, потому что ветер очень сильный, дует 7-8 метров в секунду. При укладке делается вот такой термос, который не совсем нам нужен, потому что трава там будет расти. Ну вот, собственно, работа стала. Подождем еще чуть-чуть, может, ветер стихнет. На завтра уже там ветер не такой сильный. Будем пробовать. Будем работать.